Сегодня 5 июля. Вот. Пошли на Черное озеро. Пока не дошли. Немножко ягод набрали. Ну, не так и немножко. Ой-ой-ой, Леша. Ну, все теперь. Все погибло. Все пропало. Почему? Аккуратненько так. Лучше его вообще, наверное, не вынимать больше. К нему, видишь, прилипает ягоды. Пошли. И что снимаем? Земляничное полено. Скорее, земляничное обычное. Руки такие черные. А? Угу. Физиономия-то хоть не в чернике? Собирает. Фу, а я не видел ничего. Сейчас у нас велосипедист собьет. Ты не веришь, что ягодка полезнее? Поверь. Пойдем. Пойдем. А я ушла. Ой. Ну, ягодки. Держи еще две ягодки. А бутылку дай я уберу. Данюш, пошли с нами, я не могу сами дорогу. Ну это просто место такое. Источник места. Это здесь. Нормально. Мы на месте расстрела мирных жителей военнопленных. 41-44 года. В районе Черного озера. Город Выру. Шестого июля 2007 год, пятница, вечер. Даня поспал, очень долго спал, сейчас пошли на рыбалку. Вот увидели уточек? Где там уточки? Я их и не вижу. Вот там, в этом. А, вот они, вот я вижу. Водоросли, цветочки, кушают рыбу, уточки там, что-то рыбы, наверное, маленькие. Угу. Маленькие рыбы, уточки. Это такие бубачёвые.
Ну, уточка сама маленькая. Как она большую рыбу сможет кушать? И как? Мама, с коляску папа. Коляску? Уточек больше не будет что-то? Нет. Еще там будет. Еще там уточки будут? Да, мама, да, будет. Пали на Да, опа так. Что хочешь, Даня? Уплыл, дядя. Уплыл, дядя. Вон дядя там. Сейчас с Выру идут какие-то соревнования. Свадьба бибикает, лучше скажи. Свадьба бибикает. Одну свадьбу уже видели. Хотели задержать, но растерялись и не задержали. Постеснялись. Пришли на Вырусское певческое поле. Я решила немножко его заснять. Дождик накрапывает. Вон свадьба бибикает, может быть скоро мы остановим, если успеем. Пока шли до певческого поля, я ягоды немножко пособирала. Тут ягодные леса везде, вокруг. Маме скажет хорошего. Даня? Что, фонтан видел? Красивый фонтан был? Да. Что еще Даня видел? Не знаю. Не знаешь? А как вчера с папой рыбу ловил? Расскажешь? Да. Ну так рассказывай, мама записывает. Знаю. Не знаешь? Знаешь? Ну ты не видел, как папа вчера рыбу ловил? Папа вчера поймал что-то или ничего не поймал? Рыбу поймал. Не поймал рыбу вчера. Поймаем. Вчера не поймал. Вот сегодня, может быть, поймаем сейчас.
что рыбу поят, а что рыбу. А что рыбу поят. Значит, дождь скоро закончится, если уже сонно. Расскажи, Данюша, еще что-нибудь. Возьмите мячик, поиграйте с папой в мячик. Что ты просто так в коляске? Ну, а что? Я поснимаю. То так просто снимать тоже неинтересно, как вы около коляски стоите. Давай в ракете поиграем. Нету баланчика. Ну ты. Мячик лучше. Только так кидайте, где сухо. В воду не кидай. Какой? Данюш, ножкой. Я вот так умею. Ну? Дай закипить, да? Что? Ой, какой молодец. Опа. Мимо? Гол! Гол! Папа выиграл! Ой, когда не сильно кинул. Второй гол! Ну сейчас в траву мячик. Давай, давай. Слышу, уже сам кричит гол. Давай! Таня, в Кубе находимся. Наконец-то пришли, посмотрите. Посмотри на Таню. Даня все стреляет. Аккуратно. Я легко не буду здесь. Да. Юля, мы вышли второй раз на улицу. Я решила Даню немножко поснимать. Алексей пошел у нас ловить рыбу с мостика. Что там Даня делает? Данюш, посмотри на маму. Я издаю замок. Замок строишь? Ай, какой красивый замок. Это дом. Домик? Джак. А кто в домике жить будет? Жук. Большой жук в домике жить будет?
А кто? Папа. Я... Папа в домике жить будет? Сейчас мы папу заснимем. Ну как? Ой, папа, не папа. Папа рыбу ловит. Папа рыбу с мостика ловит. Воду нельзя. А и когда они красиво в футбол играют? Ай, молодец. Ну смотри, где ты лопату оставил. Даня слышит, как птички поют? Красиво. Даня брызгается. Все это. Панамка, блядь. Я видела. За кепку. Где? Подожди. Не может быть, что тут. Данюш, не брызгайся. Зачем? Зачем ты его убил? Даня, выходи из воды, все. У тебя уже все носки мокрые были, грязные. Данила. До него и кофта по локоть мокрая. Данька. Пейзаж снимай. Да я уже засняла пейзаж. Сегодня 7.07.2007. Видели свадьбу. К сожалению, не остановили машину. Так что жалеем об этом. Там рыба. Данюша! Нельзя это ведерко. В это ведерко мама будет собирать ягоды. Нет. Да? Да, куда ты прям в воду? Леш, пошли-ка, наверное, домой. Сандали. Ну так он весь мокрый. Вот в хорошую бы погоду он так бы в воде играл бы. Угу. Смотри. В сандалиях, в носках. Угу. Сейчас мама придет, она пошла в туалет.